старт, и вот она, изюминка борьбы мотокросса, супермотокросса на стадионе «Сура». Количество желающих преодолеть опасные повороты на мототрассе составило почти 100 человек. Это не только пензенцы, но и гости из других городов. Сызранцу Валерию Аляеву в его 13 лет уже есть чем гордиться. Он неоднократно занимал призовые места на различных состязаниях. Когда я стою на пьедестал, у меня радость. Когда я начинаю соревноваться, у меня зашкаливает адреналин, сердцебиение, вот такое. Ну, в общем, одни нервы, адреналин. Мама пыталась уговорить, но я никогда не брошу этот мотоспорт. Фаворитом первого заезда стал воспитанник пензенского спортклуба «Сура» Илья Рыжих. Вырвавшись вперед, за 15 минут он уже никому не позволил себя обогнать. В принципе, ну сложно всегда, в принципе, любые соревнования сложны. Хороший соперник есть Денис Дергунов, однокомандник. Немного в начале заезда с ним порубились, но в итоге я немного оторвался. Хорошая была скорость, хорошие повороты, хорошие выходы и общая средняя хорошая скорость. Президент областной мотофедерации Антон Шаронов отмечает, что сейчас развитию этого вида спорта в Пензе дан новый импульс. Ведь польза такого занятия очевидна. Юноши начинают хорошо разбираться в технике и подтягивают свою физическую форму. Спортсмен должен иметь хороший мышечный каркас, он должен уметь управлять, так сказать, пульсом для того, чтобы держать трассу. Он должен быть достаточно гибким, уметь правильно группироваться при возможных падениях и так далее. Кроме чисто соревновательной, в этот день для зрителей была организована и показательная часть. Свое мастерство управления квадроциклами продемонстрировали юные мотогонщики пензенской кадетской школы номер 46.